Время, ребят, 4 утра. Хочу снять сетку, чтобы чайки не пожрали рыбу. Вот в болотниках. Уже прохладно. Пойдемте посмотрим. Всем привет. Что там попало? Вон солнышко, видите, как встает красиво. Чайка уже сидит. Вот такие шнурочки у меня. О, это не завязалось у меня почему-то. Сейчас завяжем. О, какая красота. Туман. Ставьте, ребята, сразу лайк. Потому что 300 просмотров, а лайков нету. Вам же не трудно. Поставил сетку на 18. Чайка подкрадывалась. Может, уже поела. Поставил здесь от берега и вот туда загнул ее. Смотрите, как красиво. Просто вот к камышам привязался здесь. Сейчас будем собирать. Курочка надо варить же, да? Ну, ребят, смотрите, уже рыбка есть. Сейчас черпану и вытащить ее так, чтобы глубоко пошло там. Ух, красота какая. Смотрите, как туман стелится. Фотографию сделаю. Ой, есть рыбка. И чайки не съели, да? О, вот это улов. О, она маленькая.
Да, красиво, красиво, 4 утра. Видите, холодает, и вода испаряется. Туман. Превращается в туман. Потом будет с дождиком выпадать. И там вдалеке стоит над домами тоже туман в полях. Вот петухи уже кукарекают вовсю. Вон пугало наше стоит. Смотрите, носки висят. И конь. Вот такой вот улов. В рваную сетку. Пленкой натягиваю тут. Курицы дрыхнут. Спят. Сейчас услышат голос. Повыскакивают. Вот пленкой натягиваю теперь, чтобы сорняк этот не дергать. Заколебались тут дергать этот сорняк. Короче, вот такая вот грустная история. Будет здесь вот пленка. И там вот пленка все будет. А тут от озера туман, то есть тут влага идет, и не надо и поливать. Клубника растет очень хорошо. Надеюсь, будет даже расти очень хорошо. Так что, ребят, такой коротенький ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И пишите, что вы думаете по поводу рыбалки и клубники. А, насос еще у меня навернулся. Так что вот так вот. Все, всем пока. Счастья вам, здоровья, детям здоровья главное. Не болейте. Thank you.